Сейчас власть над погодой на нашей территории взял на себя обширный циклон. И, конечно, система фронтов с ним связанная. Сейчас при прохождении холодного фронта у нас наблюдаются все вот эти явления. Это дождь, и снег пробрасывает, и переохлажденный дождь, ледяной дождь, налипание на провода снега мокрого, образование гололеда. Такая погода сохранится еще примерно сутки. То есть вот сегодня, завтра, 18 октября, мы ожидаем осадки в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега и снега. И местами по республике возможно появление снежного покрова. Довершат картину сильные порывы ветра. Из хороших новостей, пожалуй, то, что 19 октября осадки прекратятся. Однако вот температура продолжит снижаться.